В 1972 году создан Талдыкурганский педагогический институт, ныне Жетысовский университет имени Ильяса Жансугурова. Имя видного казахского поэта-писателя присвоено вузу 10 октября 1977 года. В 1997 году, 25 ноября, в Алматы, в сквере перед Домом парламента, открыт памятник героям Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. В 1885 году родился поэт, писатель, педагог-просветитель, один из видных деятелей Алашорды Мыржак Абдулатулы. В 2002 году началось вещание первого национального спутникового телеканала «Казах ТВ». Канал предоставляет программы на трех языках – казахском, русском, английском – на территории 93 стран мира. В 1923 году, 25 ноября, родился народный писатель Казахстана, участник Великой Отечественной войны Тахауи Ахтанов.